Университете машиностроения уже целых 8 лет существует лаборатория «Формула студент МАМИ». И за это время наши студенты создали 7 гоночных болидов и закрепили за собой звание лидирующей команды «Формула САИ» в России. А команде SMC MAMI всего лишь 2 года. Но за это время наши студенты создали 3 электробайка и 2 из них с чемпионским титулом. Рано или поздно начнут возникать вопросы, какой из проектов интереснее, опаснее или популярнее. И найти ответы на эти вопросы нам помогут наши пилоты команды FDR MAMI и SMC MAMI. Задание очень простое и даже интересное. Всего за 20 минут нашим пилотам нужно собрать как можно больше номеров телефонов девушек нашего университета. В каждом соревновании есть правила, у нас их 2. Первое, мы разделим территорию, и второе, мы бросим жребий. И чтобы все было честно, мы установим экшн-камеры. Ну что ж, пожелаем удачи нашим пилотам. Вперед! Ваш номер телефона. А, поехали. Видео поехали. Привет. Могли бы оставить ваш номер? 25. Здравствуйте, можно ваш номер телефона? Нет. У вас видео поехали. Да. Привет. Не могла бы оставить свой номер телефона? Зачем? Я хочу делать сюрприз вам. Здравствуйте, можно ваш номер телефона? Привет. Пишешь? Да. Можешь номер телефона оставить? А? Номер телефона оставить свой. Хорошо, зачем? Сюрприз. Девушка, здравствуйте, можно ваш номер телефона и как вас зовут для проекта? Вас нигде не покажут. Здравствуйте, девушки, можно ваш номер телефона и имя? У нас видеоблог, мы собираем имя на телефон. Пожалуйста. А что я сразу? Пожалуйста. Вообще где пальцы? Ну мне неудобно. Привет. Не могу бы оставить свой номер телефона для меня? Зачем? Это будет сюрприз. Девушка, извините, можно ваш номер телефона и как вас зовут? А зачем? Для проекта, у нас видеоблог. Давай. А вы не могли бы оставить номер телефона свой для меня? Зачем? А вы знаете, будет сюрприз. Нет? Блин, нет. Ладно. Девушка, здравствуйте. Можно ваш номер телефона и как вас зовут? А зачем? Видеоблог. Мами. Рассказывай. Привет. Можешь оставить свой номер телефона для меня? Девушка, здрасте, можно вас отлично надолго? Можно ваш номер телефона и как вас зовут? Привет. Привет. А не могли бы оставить ваш номер телефона для меня? Да нет. Почему? Зачем? Ну это будет сюрприз. Давай, давай. И синий? Да. Девушка, здравствуйте. Можно ваш номер телефона и как вас зовут? А зачем? А для проекта, видеоблог. Для проекта. Ну ладно, может, не сожительствовать. Привет, девчонки. Не могли бы оставить ваши номера телефонов для меня? Нет? Почему? Испугались меня в шлеме? Не оставите? Ну, ладно, жаль.
Ты можешь оставить свой номер телефона? Зачем? Ну, это будет сюрприз для вас. Окей, подожди секунду. 808-906. Привет, девчонки. Ну ладно. Девушка, извините, пожалуйста, у вас есть минутка? Да. Можете дать свой номер телефона и как вас зовут? 965. А ты не могла бы номер телефона для меня оставить? Нет. А, жаль. Привет. Можете номер телефона для меня оставить? Да. Возможно, тебя будет ожидать сюрприз. Привет. Привет. Не могли бы оставить? Нет. Почему? Не хочу. Боитесь меня, что ли? Да. Ну, ладно. Тот же ответ. А вы любите гонки, да? Да. А боитесь человека в шлеме? Нет. Оставите номер телефона? Зачем? Ну, ладно. Я сейчас поеду на чужую территорию. Не-не-не-не-не. Да-да-да-да. Больше правильно. Привет. Привет. А ты не могла бы номер телефона для меня оставить? Зачем? Сюрприз. Не любит сюрприз? Забавло какое-то. А можно ваше имя или номер телефона? Нет. Можно даже вымышленный? Нет. Девушки, есть? 010203, пожалуйста. Вот вам телефон. Хорошо. Надет? Да, а, ладно, привет, девчонки. Не могли бы оставить нам телефоны? Нет. Они убегают. Девчонки. Или вы не хотите со мной общаться? Нет. Нет? Почему? Нет. Человек в шлеме страшный, да? Лицо открой. Я не могу. Не, недоступный, девушка. Пойдем других искать. Тут все кушают, я всех буду отвлекать. Не могу оставить свой номер телефона для меня? Привет. Привет. Не могу оставить свой номер телефона для меня? Приятного аппетита. Привет. Не могла поставить свой номер телефона? Нет. Нет? Ты боишься камеры? Можешь оставить свой номер телефона для меня? Зачем? Тебя будет ждать сюрприз. Нет. Извините, можете сказать ваше имя и номера телефона? Для видеоблога. Для видеоблога. Ну извините, просто одну цифру там. Никита? Ну давайте. Привет. Вы хотите номер телефона? Нет. Почему? Диктуйте. Неужели я такой страшный? Монстр в шлеме, да? Я обычно... Ты хочешь номер телефона писать? Свой? Нет, мне нужен номер телефона. Девушки нужны. А можете писать? А зачем? А там неудобно. Ну ладно. Не нужны. А ты чего? 915-015-053. Возможно, это не ваш номер телефона. Значит, вас не будет ждать сюрприз. Что? А как вас зовут? Дима. А, никого не... Вы останетесь без сюрприза. А вы девушка? Нет. Как вас зовут? Вон там самый нормальный. Там вообще... Блин, время. В этом испытании побеждает пилот команды FDR Mami. Алло? Надо? Ой, блядь. Привет. Это я. Да, кто-то. Человек в шлеме. Да.